Ну а сейчас давайте послушаем прекрасную песню Евгения Павловича «Сережка ольховая», а исполняет ее заслуженный артист России Леонид Серебренников. В 76-й год я принимал участие в первом всероссийском конкурсе исполнителей советской песни, молодых исполнителей. Получил там свой первый диплом, а членом жюри был Иосиф Давыдович Кобзон. Спустя пару недель мы встретились в коридоре театра «Эстрада». Он меня узнал, взял меня за плечо. Очень хорошо работаешь, так держать. В этот момент мне показалось, что я получил второй диплом всероссийского конкурса. Уронит ли ветер в ладонь сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедленно, как хочется, когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Ясней душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая.